Здравствуйте, уважаемые зрители портала armtorg.ru. Идет третий день выставки «Нефтегаз-2017», и мы находимся на стенде научно-производственного предприятия «Технопроект». Я беседую с руководителем проекта Сергеем Макаровым. Здравствуйте, Сергей. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о номенклатуре выпускаемой вами продукции и услугах, которые вы представляете потребителям. Да, добрый день, уважаемые зрители, уважаемые коллеги, уважаемые посетители выставки «Нефтегаз-2017». Сегодня, как обычно, на выставке мы представляем стандартные, уже полюбившиеся изделия, которые полюбились нашим клиентам, которые мы выпускаем длительное время с 1999 года, с момента основания. Это клапаны с электромагнитным управлением. Также сегодня мы привезли с собой новинки. Это клапан сильфонный, КСТ, блок предохранительных клапанов, клапаны на высокое давление, клапаны обратные, регулятор давления после себя и до себя. Следующий вопрос. Год назад специалист вашей компании рассказывал в интервью нашему порталу, что ваше предприятие работает в 3 смены. Сохранились ли такие потрясающие темпы производства у вас на предприятии? Да, на самом деле есть такой момент. Наше предприятие очень хорошо показало стабильный рост, и тенденция к эффективной работе в 3 смены, она также сохраняется. В настоящий момент подписано техническое задание на строительство 2 новых цехов, которые будут, думаю, также загружены в 3 смены в скором будущем. А о каких цехах идет речь, если не секрет? Расширяем производство, так как в настоящее время в том цехе, где мы располагаемся, к сожалению, станочный парк развить уже не получается. Понятно. Следующий вопрос. Мы знаем, что в арсенале технопроекта много запатентованных разработок. Можете рассказать об этом инновационном направлении деятельности вашей компании? Да, конечно, мы каждый день работаем с заказчиками, ищем новых партнеров деловых, обрабатываем опросные листы, заявки от наших клиентов. Возникают очень интересные заявки, которые весьма перспективны не только для какого-то отдельного клиента, но есть некоторые сегменты рынка, которые как бы тоже мы открываем для себя и стараемся их освоить. А может быть, расскажете о какой-то наиболее интересной, с вашей точки зрения, разработке? Ну, одной из наших наиболее интересных разработок является клапан сильфонный, о нем я уже немного говорил. Клапан предназначен для установки в энергоблоке для атомной промышленности. В России немногие производители могут производить подобные изделия, мы являемся одним из них. Следующий вопрос. Какими компетенциями должны обладать ваши сотрудники, и специалисты, чтобы работать у вас? Да, конечно, в первую очередь это умение выслушать требования заказчика, принять для себя правильное решение, ведь наши возможности технически ограничены, и тем не менее наши сотрудники всегда стараются максимально полно понять заказчика, выслушать его и предложить правильное, хорошее решение, которое будет полностью отвечать запросам клиента и будет работать длительное время, как положено. В прошлом году ваша компания приняла участие в выставке Valve World Expo. Может быть, расскажите, пожалуйста, об этой выставке и о результатах, может быть, которые получила ваша компания. С удовольствием расскажу о данной выставке. Прошла она, на наш взгляд, достаточно хорошо, эффективно. Нас посетили зарубежные партнеры, которые давно хотели посмотреть на наши изделия, и мы хотели бы продемонстрировать зарубежным партнерам нашу продукцию, наши возможности. Считаю, что выставка прошла достаточно эффективно, и специально для этого мы открыли новое направление внешнеэкономической деятельности, которое планируем, что будет очень успешно. А в целом, с какими целями вы участвуете в выставках в том же «Нефтегазе»? Цель, конечно, это увидеть наших любимых заказчиков, пообщаться с новыми партнерами, узнать о тенденциях, о новинках, которые представлены
другими компаниями, с которыми мы работаем на одном рынке, которые выпускают продукцию, похожую на нашу, узнать общие тенденции развития нефтегазовой отрасли, ну и отметить для себя какие-то перспективные новые направления. Хочу сказать, что очень много партнеров, которые приехали к нам из Республики Крым. Для них, думаю, это очень позитивная выставка. Увезут они для себя много интересных контактов. Какие планы у компании «Технопроект» на 2017 год? Развитие и освоение новых рынков, разработка новых изделий, которые смогут заместить как импортные изделия, так и изделия других компаний, с которыми мы работаем на одном рынке. То есть останавливаться на достигнутом вы не собираетесь? Ни в коем случае, вперед, только вперед. И в завершении интервью, пожалуйста, наш финальный традиционный вопрос. Ваши пожелания зрителям портала «Армторг», коллегам, партнерам? Хочу, чтобы нефть и газ в России никогда не заканчивались, а только увеличивались. Спасибо за такое замечательное пожелание. А я напоминаю, что мы беседовали с руководителем проекта научно-производственного предприятия «Технопроект» Сергеем Макаровым.